приветствую всех на нашем канале Шевели Фэмили. Давно нас не было в эфире, и сегодня сразу такой гастрономически вкусный эфир. Мы приехали на фестиваль Вашдод. Фестиваль называется «Амим Вета Амим» – «Народы и вкусы». Видите, очень много флагов, красная дорожка, классный фестиваль, который продлится 2 дня всего лишь. Мы приехали в первый день прямо к открытию. Здесь разные кухни, представленные разными бизнесами, которые находятся в этом городе. Я рассказывала про город Ашдод, что здесь живет немало репатриантов из разных стран. Мы приехали всей семьей. Каждый уже тут забронировал себе свой флаг. Лео итальянский, то есть паста и пицца. Мы ищем здесь грузинский флаг. Вот, и я рассказывала про Ашдод, что немало здесь репатриантов из разных стран, поэтому здесь будет обязательно французская кухня, обязательно грузинская кухня, потому что здесь немало живет репатриантов из этих стран, но мы сейчас отправимся все вместе и будем пробовать. Опа, 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 эй!
точка у пива. Пиво Йона называется. И вот здесь вот они его наливают. И делают это на фоне лодки. Что, Лева? Лева! Здесь обычные напитки. И там принимают, кстати, кредитную карту. А вот в этих во всех маленьких точках принимают только наличные. Мы были не готовы к такому повороту событий. Вкусно тебе? Дым коромыслом откуда-то идет. Огромный плюс, кстати, что много урн, много вот, видите, ведер практически на каждом углу. Поэтому, как можете заметить, довольно-таки чисто. И еще постоянно здесь ходят уборщики, которые собирают. Вот, пожалуйста. Ну что ж, мы выходим с фестиваля еды. Так, скажу, что организовано, в принципе, довольно-таки хорошо. То есть собирается мусор. Лео тут собирает новый кубик. Собирается мусор постоянно. Также стоит много урн, куда этот мусор можно выбросить. Очень большая территория, разные разбросаны киоски вот по всей территории парка. Стоят несколько сцен, где можно найти музыку по вкусу. Что-то. 5 сцен. Но что важно знать, что нужно приходить туда с наличными деньгами, потому что кредитные карты не принимаются вот именно в маленьких киосках. Соответственно, рассчитывается только наличными. Мы были не подготовлены в этом вопросе, поэтому не могли попробовать много чего. Ну и то нам удалось там попробовать и плов, и пиццу. Есть фиксированная цена на все блюда, то есть неважно, что вы берете маленький эклер, но завышена цена, скажем, 15 шекелей, либо питу, например, с меурав ярушальми, то есть с мясом. Понятно, это мини-пита, это маленькая пита. Лео, иди сюда. Вот. Кто еще не знает, у нас же есть Инстаграм, где тоже все активно. Я рассказываю там о работе в Израиле, о трудоустройстве, о разных моментах, которые нужно знать не только репатриантам, но и людям, которые давно уже живут в Израиле. Вот, так что не забывайте подписываться там тоже, Швили Фэмили Исраэль. Ну и до встречи. Пока-пока. Bye.